Всем здравствуйте, меня зовут Юлия. Хочу поделиться своим отзывом о курсе Кундалини, учитель Кундалини йоги первого уровня. Это было нереальное путешествие на протяжении 10 месяцев. Это насколько мы с коллегами стали действительно, как наш куратор Людмила говорила в начале еще нашего курса, да, что мы станем семьей. Действительно так есть, мы поддерживаем друг друга. И это было нереальное путешествие, это глубокие знания, это сила, колоссально опытные учителя, колоссально сильные учителя, которые позволили, да, и провели нас в тот опыт, который нам позволил и дал нам трансформации, и дал вот эту уверенность. Про себя могу сказать, что мне дал этот тренинг. Дал силу, дал уверенность в себя, дал уверенность в себе, как в учителе. Знаете, как бы тренинг также помог преодолеть, выйти из зоны комфорта, да, и преодолеть необыкновенные страхи, о которых даже не подозревала. И очень благодарю, отдельная благодарность группе, отдельная благодарность Елене Ивановой. Леночка, вас благодарю за ту поддержку, которую вы дали по нумерологии, за ту поддержку, которую вы дали на 7-м и 6-м модуле, да, и то целение, через которое я провела садхгуру, это было нереально, и меня это исцелило. Меня это исцелило как личность, меня это исцелило как женщину, меня это исцелило, огранило и как учителя. Это всем рекомендую, потому что учительский тренинг, он ведет глубокой осознанности. Он дает силу, он дает стержень, он дает уверенность, много чего, да. И естественно, что духовный рост к тому, с чем мы пришли, да, и идем в кундалини-йогу, он помогает вам вернуть себе себя и помогает вам, помог нам, да, вот я скажу по своему опыту, действительно получить опыт и стать учителем кундалини йога и нести это звание с достоинством. Мы на этом не останавливаемся, всем рекомендую, и это действительно было волшебное путешествие. Благодарю. Сатнам.